Ребят, всем привет! В этом видео я расскажу вам про найм оказиональный. Что такое найм оказиональный в Польше, для чего он нужен и почему поляки его требуют при съеме квартиры. Смотрите до конца, будет интересно. Найм оказиональный – это вид договора при аренде квартиры, который дает возможность хозяину квартиры выселить вас, если вы не будете платить за квартиру. Как бы логично, да? Но очень часто в Польше никто этого найма не берет. Мы сами снимали без этого договора первую квартиру в Познане. Тут тоже мы без этого договора сняли. И суть в чем? Если вы не подписываете этот умово-оказиональный этот договор, то хозяин не может вас ни при каких обстоятельствах выселить с квартиры, даже если вы не будете платить за эту квартиру. Понятно, да? Интересные в Польше законы. Вот, слушайте дальше. Если вы не платите за квартиру, он просто ничего не может сделать. Он теряет деньги, да, на том, что вы не платите. Плюс, если вы мало того, что он теряет деньги, он еще не может вам ничего отрезать. Ни газ, ни свет, ни воду, ничего он не может сделать. И платить уже будет не он за это, а ужонтмясто. То есть администрация города будет платить вам за вашу коммуналку. А хозяин будет останется без, получается, без денег. И люди так живут годами. Просто взрыв мозга. Как такое может вообще быть? Я не представляю. Если в Украине такой был бы закон, как бы там... Ну, там бы, наверное, по-любому без этого найма не сдавались бы. Все 99% сдавались бы только с этим договором. Ну, а в Польше, насколько я вот интересовался, снимал, точнее, одну квартиру полтора года назад в Познане я пытался снять. Из 10 квартир где-то около там 2-3 квартиры требуют найм оказиональный. Вот так вот поляки доверяют. И нам, типа, когда мы уже тут в Катовицах снимали квартиру, тоже у нас хозяин спросил, ну, как бы этот договор мы не подписывали, ну, типа, вам есть куда, если что, типа, уехать? Ну, да, мы сказали, что есть. Ну, как, куда? И вот мы, да, допустим, ситуация, мы приехали с Украины в Польшу, да, у нас ничего нету, никого нету, как мы можем этот найм оказиональный, там получается информация, что вы должны, адрес должен быть какой-то, куда вы должны съехать, если вдруг вы не будете платить денежку за квартиру, то у вас должен быть второй какой-то адрес, куда вы там переедете. Я в шоке насчет того, что можно как бы вот так вот люди годами, я же говорю, живут. И, ну, понятно, что это как бы не хорошо, но вот так вот в Польше интересный такой закон. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.